Владимир Алексеевич, давайте приступим. Вот скажите, перед войной было ли у вас ощущение того, что она надвигается? Кого? В предвоенные годы было ли у вас ощущение приближающейся войны? Ощущение? Отец это был у меня тоже, это он это как раз вот его ощущение было, что война неизбежна. А из чего это ощущение складывалось? Почему? Ну, и складывалось из-за того, что ощущение это, как говорится, мир вот этот, вот он пришел, когда с этой финляндской войны, он был из Финляндии, он погиб под Ленинградом, тоже отец. У меня. Ну вот оттуда вот это все. Там это, по-видимому, командование что-то делало, что мир, Европа заволновалась о том, что вроде бы Советский Союз имеет огромную территорию. И богатство все якобы начали. Это принадлежат не всем, а единому Советскому Союзу и все вот это. Надо ему делиться было, это все такое вот намерение было у них. Понятно. А как советское правительство реагировало? Ну, советское правительство как это реагировало? Советское правительство реагировало то, что это был составлен договор о ненападении с Германией, все это. Дальше, до этого, вот, в 1939 году, по-видимому, такой был. Вот. И это... Понятно. Вот. Перед Великой Отечественной войной была война в Испании, столкновение с Японией на Халхен-Голе, начало мировой войны в Европе. Что вы об этом думали? Ну, я в то время это еще был маленький особенно. Таких политических я это не думал. Я думал, занимал, что пионер в лагерь или куда-то попасть. И учеба была. Учился я неплохо. Все время это, как говорится, даже в начальной школе я за два года уже на меня пала большая нагрузка. А как вы узнали о начале войны? В воскресенье, как узнали, в воскресенье было, мы с товарищем втроем мы были. Родители наши тоже отдыхали, как все это собрались, они это чай пить вроде это компании все это. А мы около окошков это бегали там, это, ну, наши ребятишек, кого это. Еще играли в лапту, вот. И это, а около дома был этот, как, репродуктор. Раньше были ведь это, да, такие эти картонные. Да, да. Это сейчас он маленький, тогда он круглый, большой, это был, в окно был. Около окна, вот, и это выступает, это Молотов, что объявляет вот это, Верол напали, все, здесь уже все, отец, тут еще его товарищи были, все, ну вот, говорит, и придется, говорит, собираться, вот. Ну, он работал на, там этим начальником лесоучастка.
На Урале это дело было. Город Выселка, Молдовской области, а сейчас Пермского, край там это, и все вот так. Что вы тогда думали о причинах войны? О причинах войны я это лично не думал. Вот ли я об этом, что за причина была? Взрослые были, донимали. Я что думал? Мы, ребятишки, что думали, закончить все. А когда отец ушел на фронт, пришлось испытать тяжесть этой всей нагрузки. Пошел работать я очень рано. Владимир Алексеевич, слышали ли вы речь Молотова 22 июня 41 года? Слышал. А речь Сталина? Речь Сталина слышал. Какое впечатление они на вас тогда произвели? Ну, на меня вот это впечатление произвели. Сталин, когда выступал, то здесь он действительно, он обратился только ко всему народу, проживающему в Советском Союзе, что мы давайте сплотимся и будем это защищать. Наше город дело правое, мы должны победить. Вот так это я в этих положительных сторонах был все время, никогда ничего, никаких там отклонений, ничего, все это. И коллективы все были также настроены. Вот, все для фронта, для победы только. И лозунг был, ну, везде, везде сильно. По цехам там это. По любым помещениям все это. Как вы были призваны в действующую армию? Я был призван уже в армию. Я раньше, что отец у меня в 40, мы двое был договорились, хотели взять и уйти ребятишкам туда. Пришли в военкомат, а нас это посмотрели. Сколько лет вам это все? Мы бы хотели прибавить там это, вот, что мы вот хотим защищать это добровольно, это пойти на фронт, родину свою, все это. А военком нас это вызвал, вы, говорит, ребятишки, немножко это подрастите, тогда, говорит, мы вас это сами пригласим, это все. И в 44-м году, вот в октябре, я это был призван туда, в эту, в армию. Был это приписан в бронетанковые войска. А вместо бронетанковых войск начал это в Пензе как раз. Я уже сюда переехал, мать с этим, к тетке, здесь жила в поселке Чудаев, ее сестра. Вот они приехали, у нее муж умер, к сестрам, здесь сестры ехали. И отсюда это, здесь работал я в МТСе. В колхозе уранский, вот, над трактористом. Мы сейчас немножечко отвлеклись от темы. Так как вы были в армию призваны? Вы переехали сюда, что дальше было? Я в Чудаевский район. Как вы в Северный флот попали? Что? Как вы во флот попали? А как во флот попал? Сразу, ну, я был в бронетанковых войсках зачислен. Танкистом. Это моя с детства была мечта. Она во флот я не мечтал. А когда в военкомат нас привезли на комиссию, там стали проходить, смотрим, офицеры морские и эти старшины морские, смотрю, матросы, и они говорят,
Вы будете служить во флоте. Еще над нами подсмеялись. Вот, говорится, пополнение кочегаров. Это, ну, старый матрос, который был. Вот пополнение, говорит, кочегаров хорошее будет. А как сказал пополнение кочегаров хорошее, тут уже это настроение было испорчено. Так попало и все. Комиссию эту прошли мы успешно, которых не взяли. К большинству мы комиссию прошли. И с Кривозерии мы отправлялись это на фронт. Это. Давайте подробнее поговорим об этом. В каких сражениях или операциях вам пришлось принимать участие? Сражений никаких, никаких операций не было. Только боевые операции. Вот мы выполняли минные поля, немецкие минные поля. Были это заминированные проходы, фарватеры все морские, это в воде поставлены все, чтобы корабли подрывались на этом. Вот. А наша задача была только разминировать вот эти проходы, которые где есть обнаружить минные поля. Там сообщение было, все-таки разведка работала, наверное. И давали все задания, все это. Мы дивизионом всех выходили. У нас в дивизионе было три минных тральщика. Вот на этих минных тральщиках. Вот он как раз это тут надстройку только видно. Отлив был, и мы это тральщик опустился на это, вот тут уже надстройку, рубка это была, все это мы, все вот это. Понятно. Вот. Наверняка у вас было очень много ярких эпизодов в войне. Вы можете вспомнить минуту, день или событие, которое стало для вас самым трудным, тяжелым, опасным? Опасным было. Это было это опасное в этом под Каменным носом как раз попали мы, что пошли на контрольный галс проверять. Контрольный галс делать, что мины нет. Мы тралили мины электромагнитные, акустические были мины. И это гальваноударные. Три вида мин. Никогда не было раньше вот этих электромагнитных и акустических мин не было. Это немецкие мины. Они в секретном виде их, по-видимому, доставили и вот это минировали вот этим. На наших кораблях, конечно, и любых транспортов погибло. Так это немало. Так какое событие было? Ну вот событие было, когда это контрольный галс проходили, и змейковый трал намотали на винт. А раз на винт, главный винт машины наматан, то тральщик уже это не мог идти, только встал на дрейф и все. Вызывать аварийный спасательный отряд надо было ждать 18 часов, чтобы пришел он с Архангельска, с города Архангельск там. 18 часов, а 18 часов в море на минном поле, не знаем, что такое там, а может быть и акустическое, может быть все это. Мне пришлось на это, я кончал, получал это вместе со своей специальностью моториста, получал специальность легкого долаза. И в этом пришлось, а молодежи не было, а пожилые, которые
товарищи раньше. Там это водолазным делом их не готовили. Это нашу молодежь готовили, чтобы в случае чего какая-то, все ты имел положение в легководолазном костюме отработать там, пробойную заделать все и так далее. Все. Ну вот пришлось. А когда командир говорит, боцмана вызвал, когда говорит, боцман, где кислород, как чего, он тоже не знал, командир. Вот говорит, кислород есть, но, говорит, в нем 50% нет уже этого кислорода. Он это улетучился, не работали никто, ничего. Мы, по-видимому, не смотрели за ним, не пополняли все. Когда я снарядился, стал опускаться, но мне хватило всего-навсего, пока дошел я до винта, и уже кислород у меня весь сработал. Делаю всплытие, там сигнальчик со мной работал тоже товарищ, он здесь, тоже он здесь был. Вот. Он, ему даю сигнал, что выходить. Ну, он принял меня, подошел, все. Второй кислородный баллон зарядили. В нем было 80 атмосфер давления. А я с этим давлением 15 минут под водой работал, и пришлось мне узнать, как он, в какую сторону был намотанный, змейковый трал. И это много ли витков было. Ну, я это полтора витка снял, пока это все. И здесь со мной это получилось кислородное голодание. Я получил небольшое кислородное голодание. Подняли. Коробку я отключили мне, все это дыхание, врач, конечно, был, это грузин был у нас, это водили сразу, дали это спирту и горячую это кофе. Угу. И через полчаса наш тральщик освободили мы этот винт, и мы встали в этот строй обратно. Вот это самый тяжелый был случай. Хорошо. Какое событие для вас запомнилось самым радостным? Что? Самым радостным. Самым радостным запомнился День Победы. Это понятно. Самый был радостный день. Все там это. И девушки были на постах, на снипах, там они дежурили. Тоже это все кругом праздник был. Радист у нас. Мы знаем, что советские солдаты на войне проявляли массовый героизм. Что для фронтовиков было источником мужества? Ну, что источником мужества, что я считаю, что было. Это, как говорится, была преданность своей родине. Вот это, что это. Можете ли вы рассказать о подвиге, свидетелем которого вы были? Как? Ну, вы наверняка не являлись свидетелем каких-либо подвигов. Так? Я не понял, что-то не дошло. На войне. Наверняка же рядом с вами люди, вот, которые воевали, они совершали какие-то подвиги. Да. Вы являлись свидетелем? Ну, вот вы видели их?
Вы можете о каком-нибудь одном рассказать? Не, ну и как вот я это, что расскажу? Вот у нас весь коллектив, вот что я расскажу. Все это на своих местах, вахту несли, машины работали, смены дежурили, сдавали это все. Мы по 4 часа дежурили. Это как это, вот сейчас пришли, шел я на работу, заступаю на смену и сдаю ее. Порядки должен дать. Все. Чистота, порядок. Кругом. Все работы, любые, стирка, глажение, все это там, это и так далее, весь туалет, все уход с собой, это у нас не было, нянек не было, мы матросы все это делали, и командир. И вместе с нами также и командир корабля был. Вот а это расскажите все. О нем поподробнее, о командире корабля. Ну, командир корабля был это у нас, это старший лейтенант Володин был. Это был, как говорится, недавно окончивший это высшее морское училище. Вот. Он поэтому штурман был, по специальности готовился. Отличный стрелой был, выдержанный, тактичный. Никаких это, как говорится, ни окриков, ничего это не принимал. Никогда эти не ничего. Если обсуждать что-то, заработал, проштрафился, что вот, накладывай на тебя дисциплинарные взыскания, скажем. Есть два наряда на ночь, три там, все, и выполняй. Или же на вот на гауптвахт там это, который был. Вот все так. А если в коллективе какой-то был бы товарищ такой, то бы сам коллектив его и жил бы. Он не был бы. Почему тут это единый? Потому что один человек что-то не сделал, то экипаж теряет боеспособность, и люди могут погибнуть. У вас есть какие-либо награды? Ну, награды у меня какие? Обычные награды. Обычные. За какие заслуги? Орден Отечественной войны второй степени. За что вам его дали? Ну, это дали мне, это, как говорится, его это за в честь 40-летия. Мы, у нас ведь награждение там было очень тяжелое. Этот солдат там это в пехоте было хорошо. В этом там больше насчет награждений было. А у нас ведь это в оплоте награждали очень мало. Вот, чтобы, скажем... Из наград для вас особенно дорога? Ну, с меня это дорога, если самые награды, это что я считаю первый. Я ее получил за это участие в Великой Отечественной войне. С какими чувствами вы шли на войну и с какими возвращались с войны? С чувством у меня был я патриот. Я даже на бронь меня приглашали на бронь, то есть оставляли работать в сельском хозяйстве трактористом. Но я ввиду того, что у меня отец погиб, я поэтому-то сам отрывал, можно сказать. Я и в комсомол подавал заявление, чтобы меня добровольно на фронт взяли все это. Вот так я шел. А оттуда все-таки это уже было, как говорится, более-менее время. 4 года я там был. Вот, 21, 21 год я это вернулся.
оттуда. Это большой рух был. Как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии пришлось отступать? А Красной Армии отступать это почему? Потому что, ну, часть была, и принималось это неоднозначно. В том отношении, что было много, как говорится, вот этого паники. Были сомнения в победе? Были. Им был вот особенно пожилое поколение, вот первые, сдавались просто так. Вот сколько было. У нас с молодого поколения, вот и то на Соловках мы когда нас подготовку делали, вот в учебном отряде, и то был самострел, чтобы это избежать чтобы. Угу. Вот. Тоже вот это, ну и это наказывались. Битва вот за Москву, давайте о ней поговорим. Что вы знали осенью 41-го о положении под Москвой? Я под Москвой, у меня под Москвой был, он Доржев отец, там это воевал. Как вы воспринимали то, что враг вплотную к столице подошел? Это очень так это печально было. Немного, как говорится, люди начали волноваться, что неужели действительно советская армия, так это наша армия, это сделала такие ошибки какие-то, что это были такие судьи. А когда вот вы узнали о начале контрнаступления, что вы почувствовали? Почувствовали, вот когда это особенно больше было, когда вот это мне отец с фронта писал как раз, он все на меня, сынок, говорит, все, говорит, сейчас за нами перевес, уже почувствовался. Говорит, это немцы начали себя чувствовать неуверенно. Вот отсюда вот это как раз тут это жертвы рядом с Москвой по направлению. Вот все. Он был в то время тяжело раненый тоже. В госпитале вот был, а после еще на Волховский фронт попал из госпиталя еще. И не вернулся уже. Кого вы и ваши товарищи считали во время войны наиболее выдающимся полководцем? Полководцами? Я считаю, это были у нас. У нас вот это было, если в этом, на Северном флоте, Главко, адмирал флота был. Это мы любили его. Мы его батей звали. Это. Так вот. Дальше Жукова, вот это все. И это Рокоссовский.